поставил, иду покурю. Я ШП пойду, а на Ачиву зайду хантом. Сейчас катит такая или нет? На Ачиву тебе да. Можно было заходить. Лут ты не получишь, а Ачива надавалась. Ну там на личам услуду вступить кому-то на Ачивку, так что... Сидите, ждите. Еще нарак тоже кто-то даст слоты. Там ХДК нужен. ХДК много лишних. А это фурики уже не нужны, что ли? Тут нету фуриков тут. Тут котели 5% крита и так. На ретрике. Давай, есть. Два паладина только в рейде. Четыре.
Ваня, ты нахуя здесь? Что? Ты говорю Н. Ну, круто, чё, я тоже вот Энх выходил тогда, Энбах, шаманом когда был. Да, прикинь, каким-то другим пойти, если шо. Ну давай на Энх испекайся. Я це шаман пойду. Фибрилляция норм хилит? Просто сейчас что-то в РСке падали, я от не дохила. Ну, очень страшно. Джелли затащит. Калпи Апис. Если чё. Да и меня не пробивает вообще. Давайте чекнем. Принимайте суммоны. Ну да, один фурик, это, конечно, жестко на лече будет. Жестко. Ну, если что там, что-то да случится, мы убьем, так, пошли. Может, ты выключил? Кого выключил? Баф. Да, вроде нету бафа. Да, 19-25. Будет потанчик, пока я хилбот настрою, я забыл. Если вам так удобно, можете поменяться. Че, он БДК нет, мы же на БДК зайти. То, что Влад написал? Да. Че, Влад, пойдешь в пристав? Да, сэр. Мне тоже без разницы. А я хочу, чтобы было больше друидов, а не больше фуриков. Просто не вижу пользы в фуриках в наличии. Какая разница, кто бьет валик? Так, Арзула мне что-то, да? Арзул что-то писал. Он отойдет там, например. Ладно, пока так поменяем. Thank you.
Зачем ты агришь трэш, когда 5 человек мертвых лежит? Я поднимаю, ты агришь. Не знаю, куда он была допустил. Какой-то из бесполезных аккаунтов. КВ, наверное, да. Не успел флешки до конца. Да просто кас не могут никто сбить. У нас же это, кашаман в ДК и вара в крайне. Сложно. Да ты че, это не наш уровень. Да я вижу, как вы в ВВК ходят. Не в демоне или в этом? Или в Африке? В Африке. Да и собрали. Вся гильдия уже рассосалась по своим одиночкам, по гильдиям по левым. Да не нормально. Тоже десяток слился. Айфон. Звезда. Паладин и баф или что-то? Никто. Да я еще ничего не бафу. Ну прото бафы. Кал, крест и билин, кулак. Не, кстати, джерин будет получше меня в НХ, я нормально подамажу фурики. Хотите, давайте. Ваня может ШП, а я фурик. Все равно, хочешь, заходи. Дайте столик, пожалуйста. Мой шкаф. Надо же наконец-то волю обмыть, или там еще 15 минут до обмена осталось. Да, еще 10 минут могу волю передать, короче, там, кому надо, пишите. Давай мне на успех. Ну, если ты был в том рейде. Да я, блядь, во всех был. А
Давайте пристабав. Где все еще? Джерри сейчас зайдем, да. И бахнем. Джерри, он не будет заходить? Сейчас он зайдет. Че, фласки куплю, быстро забегаю. Да и без фласка нормально. Так, где бы нахуй надо взять? Сухо, 2-3. Где? Так, ждем Джейлис. Херопак, 2000 почти. Значит, ребро вроде два вихря. На первом вихре утроп, сакру, альпич, телека, гемна, хп. На втором вихре калк, сакру, фокус хера, джелес, гемна, хп. Чек. СС кому-нибудь. Ну давай, харзур на Аписа. Квазар на Конскьюрида. Джерион, чего не хватает? Дайте каску на варвар. Рага кончается через секунду. Заходим. Будем залить пуля. Пуля и раз заканчивается. Интеллект, будьте любезны. Давайте маги, интеллект. Рост. Рост. Поиграем. Это анбаф. Минус 30% хп. Шипы. Нет, шипы. Ура, вихрь. Так, давайте РДД в центре, милики в центре. Милики, шипы играем. И в кружочке стоим. Главное, отбегаем от лиш. Давайте сейчас будет шипы. Даем гейма от хил. Сакуру. Я в шипе. Отбегаем от лужи. Новые лужи появились. Еще одни шипы будут. Бегаем от луж. Даю гейм. Фокус хира. Давай гейм от хил. Напись подымай калка. Тоже могу как-то поднять, пока меня босс не бьет. КД. Падаем. Так себе хил, да? Ну да. Лужа стоите, блядь. Да, тут не в хилах дело, просто в натуре лужа стоите. А тут обычно в анбафе всегда вайпы все из-за того происходят, что человек не понимает, что вот он, хп у него уменьшилось на 30%, он об этом даже не думает. Думает обычная кера. Надо об этом как-то напомнить. Сказать, уважаемый рейд, у вас хп меньше на 30%. Не 40 тысяч, не 30 тысяч магов, а 20 или сколько там. Не 40, а 30 тысяч. С 2 тысяч вы умрете. О, что-то с гильдии люди с пугами уже второй раз при мне получают коней. Ламба, вчера. Че нормально, до 6К оделись, теперь можно в левый крей заходить. А мы без ДЦ, да, идем? Джейлис, это хули прист. ДЦ, Джейлис. А, окей. Я тебе сказал в топочку, сразу в тему. До 6К оденется, а потом с богами можно. Ну, они просто знают, что они попадут.
А если вообще на бис оденется, вообще можно потом левать все. Да. Кто взял на Раяну в Бельгии? Хиро знает, может я. А, да, вижу. А что это? Ну, какой-то... Я тоже помню какой-то сам такой. Просто честно, да, не помню. Джерис, давай. Не. Может кто за почту поставить, он просит. Что там, Клогим на хп на КД? Ладно, будем лайпаться, если не будете выходить с лужи. Время у нас есть еще. 15:40. Что там, все готовы? Джейлис готова. Мордкилл. Каски нет, по пристам. Дайте каску по пристам. Молджас. Драга кончается. Дали каску? Да. Фу. Поиграем. Уже выходим. Да, что это я вам рассказываю? Видите, где лужа разлилась? Опять шипы. Новый вихрь. Дим, на хп нету. Беги, малышка, беги. Зависит только от нас. Прям шипы. Мы уже отбежали. От серебра отбежали. Ясно. Ох, заходим в лужу. Давай научим танка двигаться. Дело не в танк. Тут дело не в танках, дело в том, что... Ну, конечно. Вы не отбегаете. Падаем. Ну давай научи что-то в танке. Вы когда разбегали, разбежались по разному по сторонам круга, когда... Вперед-назад бегай чуть-чуть. Ты встал и все, он даже на тебя не пошел. Так потому что он на утробу пошел. Ну а потом? Потом он в рейд пошел. И лужу под себя дал. И что это значит? Тут проблема была, что он пошел в рейд. Это происходит либо когда танки стоят слишком далеко друг от друга, либо когда кто-то из рейда стоит тоже далеко. Типа весь рейд должен стоять в маленькой области. Ханты должны подходить туда, где стояли милики. Интересно. На первом трое тоже это помогло нам, да? Ребро там. На первом трое там другая проблема была, там в лужах, по-моему, стояли. Самое было. Кажется, вы сейчас тоже в лужах стояли, блядь. Сейчас все умерли от того, что в лужах стояли, не потому что ребро в центре. Да, да, просто если вы видите, ребро идет на вас, это значит, что он придет, даст лужу. Надо будет из центра, куда он придет, отойти. Это сложно сделать. У вас не хватает скорости или что? Сака еще есть. Я слил лук.
кстати, специально стоунтил или случайно? Случайно. Давайте футбол. Что нам надо сделать на вихре? Выбежать только с лужи. Добыть первого ШП, спеть гимн ХП или Кальпич. Дать сакру, если рейд проседает, топ. Ну и все. И в ШП играть. Можно даже ребро не трогать. Просто бегать от луж, играть в ШП. Да, кстати, мастер аур, например, тоже. Тут у кого-то ауру защиты от магии льда стоит. А, давайте чик. Элики могут там кошмар одеть, короче, чтобы выживаемость у них повысилась. Да, точно убьем. Мы еще клик на ХП, тоже Дашкин готов. Каску по ДК. Все, начинай. А, я на себе звездочку не поставил. Рост. Тупо играет. Пять ШП. Вихрь костей. Клип на сове до сих пор стоит. Беги, малышка, беги! Смотрим, где звезда стоит. Двигайся, Войт, влево-вправо, двигайся. Давайте, сейчас будут шипы. До второго по агройде. Сейчас надо один на отхил, слить шипы. Читаю. Молодец. Опять встать в центр, опять отойти от лужи. Альпиш, если не дал гимн, то давай сейчас. Добрал он только что. Ладно. Давайте в шипы. Встаньте все в центр, в одну точку. Опять лужи. Через лужи не бегайте. Шипы собрали. Кружок РДД. Поднимаю. Давай. Захильте у проба, дайте каску ему. Сыграли в шипы. Выбежали с лужи. Так, Аскюрит хилику поднимай. Апис суслятинку. Играйте все в шипы. Вихрь сейчас будет. Ну, отбегайте от ребра. Давай сакру, калк. Играйте в шипы. Да, зима холодная. Больше огня надо, чтобы согреться. Заходите в лужу падать. Это не трай. Надеюсь, вы не добьете. Надо что сейчас? Не, надо зайти в лужу умереть. Ну, потому что минус сколько? 3, 5. Минус 11. Знаешь, не очень. Сейчас как-то чуть не успел. Смотрите, ребро чарджится в того, кто стоит от него дальше всех. Вот, поэтому никто не должен стоять дальше, чем стоит Войд.
после того, как он на меня бежит. Даже пятого хила просто спикнул. Если все встанут в центре и воид будет от босса дальше всех, то он побежит к нему. Нет, ну без обид, как бы пятый хил на ребре, это нормально. Да, ты ничего, кроме сложного нет. Сразу, да? Не знаю, но... Там 4 всегда ходили. Просто вот, после первого вихря босс танчился с краю, да? И вихрь, соответственно, там был, и он там стоял. Рейд должен был просто сместиться в центр. Можно было даже не бить босса. И почему-то все стояли и умирали от луж. Я лично побежал просто в центр, нажал эскейп, побежал в центр и выжил. Но это проблема в людях, они думают, их будут захилять. Ну давайте еще 3 трая, потом уже разойдемся. Сейчас такой онлайн. Оп-оп-оп, вниз-вниз-вниз, РСК, фу. Можете в обычную геру пойти. Включим баф, да? Не, придется заново собирать. Да, нормально, у меня реплик без коллег как раз есть. Да. Значит, БДК пойдешь. Сейчас просто посложнее сделали ребро, потому что лужи раньше они по прямой лились, а сейчас они поворачиваются. Как в РСке. Мне без разницы, как они льются, просто от них отбегаю. Кто-то стримит, кстати? Нет, мы не стримим, мы мовики записываем. А тут и мовики, и стримы, что хочешь, поесть. Стрим это для пидоров. А мовики для нормальных пацанов. На стриме там тебе могут комментарии написать, там будет пидор и так далее. А на мовики нет. Кто сказал? Не, ну ты напиши мне, похуй. Фурик 5.9, второй по шипам. 9.9. Ну, ладно, давайте, 2 трая на самом деле, если такая же херня, я распускаю рейд. Чек. Пятый хил. Че, спекнули? Нет. Погнали. Да тут не дело в хиле, дело в тактике. Ну, пятый хил тактику облегчает. Там можно в лужах постоять, согреться. Давайте рост. Дашкин в костерезе. Я вспомнил, что тут только он один будет с полрейда под бордой. Судя по шипам. БРКД. Без роги теперь плюс 4% из урона нет. Страшно. Давайте в шипы. Вихрь. Стоимся в центре. Беги, малышка, беги! Идем мы на КД. Поиграем. ДЦ на шипе, кружочек надо слить. Побежать с лужи. Бля, сейчас смотри, они дальше, чем я стоят. Шипы. Бежали от лужи. Да, пятого хила не хватает. Просто хилят рейд. Я не вижу за хила вообще. Плохо хилят. Давайте в шипы. Мы раньше всегда в 4 хила ходили, верно? Нет.
Ну, не все, на анбафе там хоть дима в пятом спектре, там про спектр и такого. На ребекс тоже 5 хилов. Там Синдра, да. На лечеб 4. На лечеб главное, чтобы ДЦ был 3 хила прямых. Ну, один ход, ход вообще и 2 прямых. Смотрите, на вихре встаньте вот там, где сейчас хан стоит. Да, я сейчас туда побегу. Я уже побежал, иди, звезда. Шипы играем. Давайте сакры. Шипы. Дим, да. Новые шипы. Вышли с новые лужи. Я один сам шип разбил, походу. Новые лужи. О. Такие. Новые шипы. Зул умер. От того, что... Новые шипы. Сзади хант. Да, вижу. Все, иду разбивать. Ну, демон тут сидит. Яфли. Да, тогда тебе можно на рейнже. Ну, бля, лужи были. Так, как итог. С горем пополам. В минус 5. Ура! Ну, уже получше. Сейчас на леди еще испытание предстоит. Трэш бить надо, МПС. Ну что сейчас босс там не был? Я сейчас вроде не танкил. Не знаю. Что-то случилось. А, ну понятно. На прошлых анбафах хилили Фукасаку. Этот васап. Кралька и Джейлис. Тут один только хил тащит. Не знаю, я знаю, что Джейлис, Калк и Апис все хорошие чуваки. Профипляют все нервно. Не говорю, что они плохие. Просто я сказал, что те хилы, они супер хилы были. А эти просто хорошие хилы. Там для 25 геры. Резки в 3 хила пойти, например. Сейчас я перезайду, надо кое-что сделать. Кувай, спекайся в танка. Вы заберете моба уже, нет? Нет. Пидор, ответ. Вот если был Войд, он бы тебя уже кикнул. По-любому. Ты бы он тебя уже кикнул. А мне можно. Так, что нам надо запомнить? Запомнить надо... Нам надо сливать капельки с пула паладины, конскюрит с пула звездопад, ДК с пула антимагию по КД. Паладины можете сейчас с пула прожать баблы свои. Возложение рук скиньте. ДК зеленки жмите. Возложение рук не надо. Надо, есть... может босса дать. Ну сколько он там, да, 60к? Нет, там в процентах от ХП, там процентов 90, наверное. В смысле? Это ты путаешь с каким-то другим скиллом. Положение рук восстанавливает максимальное количество хп, которое там типа, в рейде, по-моему, не. Которое босса... есть персонажа. Он 26 миллионов у него будет.
Нет, он восстанавливает ХП, которое есть у персонажа. То есть там убили на 33, а вот столько он и восстановит. Ну, линканите возложение. По-моему, персонажи кастера, который его накладывает, да. Просто ХП, когда в контроль леди бьет, по-моему, увеличивается там на 100 тысяч, на 200. А, нет, не увеличится, мейба. Восстанавливает дружеской цели количество... Читаем. Равно максимальному запасу здоровья паладина. Максимальному запасу здоровья паладина. Тире. Ладно, давайте фулбаф. Что там, чек на баф. Слева БДК Мишка, справа протопал. Кулак повару. Баф тьмы снимайте. Да, баф тьмы снять. СС раздать, как раньше раздавали. Тут аура павловская стоит. Теперь... Белин, кулак, повару, приоритет контроля, милики, рога, ретрик, вар, хант. Потом всех остальные. Чек. А на пол первый на кого? На Void Beast или на ДК? На кого? Void Beast ты будешь читать? На него. Все готовы. Макрос на пол. Как вы смеете вступать в эти свои... Слева милики, справа РДД. Помогаем друг другу сливать трэш. Так, вышел трэш. Играем в трэш. Я освобождаю тебя от проклятия. Фанатика культа слева заберите. 10 секунд на магии висит уже. Понятно. Контролим. Куве, твой слева. Да, я квадрат за контролем. Ну, поздно, я уже с контролем. Центрального не трогай. У вас для удобства вторая пати вся милики. Первая пати хант. От этих надо людей контролить. Ну и сов. Остальное не особо важно. Так, давайте в трэш сыграли. Транскьюрит, Иннер, Джелис, Залей. Слили звездопады, капли, антимагии свои. Контроль скоро будет. Диспелим проклятие. Так, танк в контроле. Два танка в контроле, плохо. Трэш, помогайте в центре трэш бить. Леди, не бьем, надо трэш слить, потом леди. Его трэш слить. Да, я помогаю. Так, стопаем по леди, играем в трэш. Контроль 5 секунд, быстрее надо трэш слить. На секунду контроль, готовимся контролить. Квадрат законтрольте, скоро звездопад откатится, 5 секунд до звездопада. Контрольте квадрат. Ну, отлично. Переводим на пол на войда, сразу потом переключаемся в трэш. Шо, затолили. Теперь в трэш играем. Идем за духами. Можно дать рост. Контроль скоро. Отбежали от духов. А, почти меня взорвало. Дашкина, контрольте квадрат. И квадрат законтрольте. Отбегаем от духов. Новый трэш и новые духи. Отбежали от духов, сыграли в трэш. Блин, сейчас у меня звездопад откатится под контроль. Так что, если что, контроль тесову. Так, квадрат я законтролил, остальное контрольте. Убегаем от лужа и от духов.
убежали от духа. Все, на пулы наводите. Так, скоро новый трэш будет. Давайте всех трэш, отбегаем от духов. Светим-то глыбу на полного войда, не весь, отбежали от духов. Контролим луну. А ладно, я законтролил луну, остальное сами контрольте. Отбежали. А, я понял, сальвус устрять. Да, раскол, ёба в инвиз, отбежали от духов. Ёба инвиз, прожми. О, все, агрон на танке, отлично, продолжаем. Отбежали. Нет, там играйте в трэш, босса не стоп. Бить. Не веди босса туда, если выйдется. Галк, вставай. Сдохни просто, и все. Все раскол. Кто выйдет? Скирит, поднимай Адам. Поднимай Wild Magic'а. Блин, только бурсты откатились. Два духа стоят, вы не снова не будут. Да, вам не скажешь, что не отбежите. Подбегайте к духам. Там, короче, со святиной кто-то сальву под копией дал. Потому что там миллион... Да, они не под копией дал, наоборот. Миллион миллионов, короче, было у него в ломане. Ну, короче, было 25 живых, пока они стали переагривать босса. Они не переагривали, просто какой-то баг произошел. Не знаю, что за баг. Баг багов. А, ты суслять на его еще к лестнице повел, думал, сейчас добьет. Ну все, самое сложное пройдено. Короче, самое сложное здесь это трэш. По-моему, очень сложно. Нет, там просто гимн хп надо дать, и все выживут. Тактика. Трэш перед советом тоже сложно. Ну да. Ботинки на оф. Мне кажется, здесь трэш на трэше дольше мы стоим, чем на боссах. Давайте бурсты на трэше. Вообще идея. Ты привыкли просто на боссах прожиматься, там пробафоваться, а на трэше жать одну кнопку, не прожиматься, без бафов играть. Как я сейчас, да? Секающий удар. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота. Время, деньги. Так, берем сиранцы. Фэмрейд опять.
раннев лучше всего смотрится, ну как? Например, там чувак. На птичке неплохо. Да, я мертвый, блядь. На бьёте лучше смотрится. Не-не, вон там не заебись, как смотрится бит на медведя. Сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным Лактарагар! Горкрон, слетаем! Просто на пукане, блядь. К хвосту прикрепили. Походную форму сделай. Блять, Бена. Видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Да, что тут за тактика по сравнению с этим, с обычным СЛК? Просто бьёшь. Бьём тогда. Слушай, чё слушать? Просто слушай. Это с Вандамом который? Дали. Леш. Оружейники, огонь! Что, телеки, по-моему, бьёт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть коллег, короче. Да. Ты имеешь в виду слово коллега, да? Коллег. Как ты смеешь вступать на мой? Звучит одинаково, да? Сейчас ты умрешь. Коллега, что-то вы упали. Бернить коллегу. Просто три раза нажимаю на Муратина волшебный огонь и стою. Давай вот так сделаем. Как? Звезды даст. Ты улетаешь. Ура! Мы уже прошли 25% рейда. Да нет, 15. А вот у тебя фамилия, Слав. Если так, так посмотреть, мы леди даже на изи прошли, лучше, чем бабычки. Слав, у тебя фамилия случайно не Поруби? Нет. Нет, ладно, у нас там тоже коллеги, коллеги. Займи свои места. Кто с Украины тут поймётся? Так, ну тогда давай тебе Леца Велима. И хила захилим. Так, счеты. Думаешь, метка не убьет? Не. А вещи надо? Вещь по пачек есть? Нету. Можешь мне на диске дать? Чё за мир ДПС? Давайте, пускилово. Кто первый будет? Давайте ставки делать. Запускайте. Чё ты, Ваня, передамажишь Джериона? Охра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Он за Энх и за Фурика. Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Вот тебе хватает один на пул или два давай? Хватает один, можешь вообще не давать. Мой мальчик. Трэш только на пуле. Враг гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец.
У тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь... Каску обновите по пристав. И по ханту, если уже обновлять всем. Ну тут на сурке лучше, давай с пула, чтобы он прям на меня сразу бежал. Хорошо, так и быть. Отстекуешь? Да не, мне охота, чтобы он просто делал вас. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Неподходящая цель. Я не могу атаковать эту цель. Неподходящая цель. Во имя короля Лича. Заднего станете попробуй. Окей. Через один провал. Первый петь. Давайте, сейчас выйдет трэш, надо на него сыграть. Ого. Станет ли трэш, молодцы. Уже 40% нет. На юбе нет. На мане. Трэш 2 секунды. Надо в трэшек сыграть. Играю в кружок. Так, кружок убил. Пустите его жену и нахер этот ЦК, пустите его льду на ХМ режим. Да, я в льду уже сходил, честно. А ну давай сейчас пиписьками на сроке помиримся, да и пойдем на льду. Согласен. На третий трэш там Москва. Трэш. О, у меня звездопад откатился. 3 секунды и трэш. Лучше погубить. Так, 3 метки. 2 на маге. Просто моста он трэш дал, а он бить уже тебе был. Блин, не забудь дать каплю на суслятинку на трэше. Я не молчал на йобу. И отдать сакру под конец. Говорил же. Давайте в трэш играем. Босс восстановил хп себе. Гимнат хил, Альпич. Забери. Так. Вуди есть сакра? Нет, отдал. Так, давай сакру. Джейлис, гимнат хил. Гимнат хил. О, все, заебись, можно в льду идти. Что ж, они обогнали демона. Ну, а потом обгоним. Завтра уже. Второй Олег, гоните, пожалуйста, по трэшу дамаг. Так, ну вещи никому не надо, наверное, да, вот это надо кому-то. Идем на профа. На токен. Читника дам.
женский верит. В смысле, это что, по трэшу? Да. Ну, да. Ты неправильно поняла. Это что-то не то. А он не может быть на пятом месте. Там 12-13 место по 300 к, вы смотрите внимательнее. Да, оно перепуталось. Я же специально не путаю. Ну, вроде это там чуть верно. Не зря фибрилляцию спекнула Лема, да? Угу. Подойду. Так, какая тактика здесь, на каком-то, на Ванкире? А просто бейте его, все. Маги, дайте, пожалуйста, столик. Пусть просто бейте, надо к порталу отойти. Да не, нет. Не сагрите вторую вон идти. Там иди сагри вторую, если есть у тебя смелость. Ну какой вообще ДПС, там 300 хотя бы есть? Блять, так куда она убегает? Она, короче, не убежала, она испугалась. Я дал громовую поступ по копиям банкиры. Да, еще со слядинкой умер и 5 лямов лишних били. Нормально. Если мы помолимся, думаю, да. Если бы портнуло сейчас наличие, ты был бы рад? Так, конечно. Я еще бы лучше рад был, если мы сейчас пойдем на лед и забагаем эту всю херню. Сразу отсюда. Не, прийти лучше, наверное, забагаем эту херню. Когда пойдем в льду. Ваня, зачем ты это сказал? Нет, ну я пошел бы, честно, в льду сейчас. Воскресенье. Или завтра. Ты что, приспешник Ульбара? Смотрите, сегодня завтра. Это же новогодние праздники. Завтра анбаф. Воскресенье анбаф, понедельник анбаф. А пиздец, бля, не анбаф. Ты просто, наверное, ходишь, что был 56 онлайн в гильдии, поэтому так, анбаф, анбаф, анбаф. Там только этих 56. Я вообще сегодня увидел, что только 56 человек онлайн было. Как на РС к ним придешь 30 в лучшем случае. Вы же, наверное, услышали, что он баф там собирались и со всего сервера, там со всей гильдии послазились. С Альянса, со всего, да? Там с X5, наверное, даже пришли. Когда последний раз анбаф убивали в нашем стиле? Ну, вроде недавно кто-то конты убивали, я помню. Да день? А, да, что там, кстати, открыли этот эпохальный, что там, Накс вроде на 60 левел, там, по 25 гер. И как там эта херня? Наверное, нет. Порты же скидывал, было на X1. Ой, на X1, на первом лобби. Ну, да, на первом я видел, там скидывали, на нашем нету, наверное, еще, да? Завтра соберешь анбаф специально для Капара. Ты Капар. Он мне написал, давай, может, в субботу. Опять с вами играю. Он меня просил тебе написать, чтобы ты в субботу сыграл. Вот ты соби. Я говорю, я что сделаю. Веди мелких. Завтра еще можно анбаф сходить. Давайте каждую неделю анбаф, не слабичная ссылка. Блин, если сегодня было в пятницу 56, то завтра в субботу будет все 70. 100, так, сразу. Я помню, у нас было 3 анбафа в месяц. Да, было дело. Да не было такого. Было такое.
Но если вот посмотреть, если есть, если в 2 часа проходит амбал, то разница тогда от обычной. Чё?